Более 2 миллиардов долларов. Именно столько вложил Азиатский банк развития в модернизацию казахстанских автотрасс. Треть из них направлена на улучшение дорожных покрытий Мангыстауской области. Таким образом, в рамках инвестиционного проекта в регионе проложили свыше 450 километров трасс, в том числе и автомагистраль Бейнео-Актау. На это ушло 650 миллионов в американской валюте. Теперь добраться с одного пункта в другой можно в 2 раза быстрее. До реконструкции и их строительства требовалось порядка 12, а то и 14 часов, чтобы достичь пункта назначения от Бейнео до порта Актау, то есть стратегического порта, который имеет большое региональное значение. В рамках программы Центрально-Азиатского экономического сотрудничества это нашло свое отражение в расширении развития, в том числе коридора 2. И в связи с этим мы можем сказать, что существенным образом Казахстан начинает выигрывать с точки зрения транзита и увеличения потоков грузов через этот порт в сторону Европы и наоборот из Европы в сторону Азии. Конечно, стало намного лучше, чем раньше. Например, дорогу, которая в прежние времена занимала 5 часов, теперь можно проехать всего за 2 часа. Установлены все дорожные знаки безопасности, отмечены все места отдыха, эстакады. Сейчас автомагистралям в направлении Манаша-Щетпе, Щетпе-Актау, Житыбай-Жанаузен и дорогам в городе Жанаузень присвоен уровень 1 и 2 категории. Качество 2- и 4-полосных трасс позволяет водителям поддерживать скорость на трассе до 120 км в час. Всем известно, что Мангыстауская область богата нефтью, но кроме этого регион славится животноводством. При этом транспортные средства, движущиеся на приличной скорости, не опасны для домашних животных. Дело в том, что вдоль новой дороги построено 11 подземных переходов для КРС. Эта новость обрадовала местных жителей, которые занимаются разведением животных. Вдоль дороги построены современные зоны отдыха, заправки и стоянки, СТО. Также имеются магазины и пункты питания. Словом, автодорога создала мультипликативный эффект и дала новый импульс развитию предпринимательства в регионе. Как только построили эту дорогу, наш бизнес начал процветать. Очень много людей, которые становятся клиентами нашими. Среди них есть и зарубежные туристы. Отметим, благоустройство дороги сыграло большую роль в увеличении числа туристов в регион. Вдоль международного коридора расположены несколько известных исторических и сакральных мест, которые интересны приезжающим путешественникам. В их числе подземная мечеть Бекет-Ата, куда съезжается большое количество местных и иностранных паломников.